Привет, друзья! Сегодня будем готовить вот такой вкусный ароматный суп из копченых ребрышек. Посмотрите, какой аппетитный супчик получается. Оставайтесь со мной, вместе с вами будем готовить. Для супа нам нужно копченые ребрышки, здесь у меня 400 граммов. Полстакана булгура. Я заранее промыла холодной водой. Это где-то 80 граммов. Одна картошка крупная. Мелко нарезала заранее. Одна головка луковицы. 100-150 граммов. Квашеная капуста домашняя. Кому интересно, ссылочку ставлю под видео. Рецепт очень вкусный. И один средний морков. Тоже заранее подготовила. Натерла на крупной терке. А дальше, какие приправы я буду добавлять, все я вам покажу. На плиту ставила 2 литра воды. Отправляем сюда булгур. И сразу отправляем картошку. Все хорошо перемешиваем. Закрываем крышку. Пусть варится картошка с булгуром, а мы будем готовить зажарку. На сковороду наливаем где-то 3 столовые ложки растительное масло. Отправляем сюда лук и морковь. Морковь вместе с луком будем слегка обжаривать. Слегка обжарила морковь с луком. Добавляем приправы. Здесь у меня 1 чайная ложка базилика зеленого. Сухой приправы можете добавлять по вкусу. Добавляем соль. Тоже по вкусу добавляйте, друзья. И черный перец молотый. Все это хорошо перемешиваем. Вот. Чуть не забыла. Я буду добавлять еще сухого чеснока. Добавляю пол чайную ложку. Можно добавлять свежий чеснок. Добавляю еще 1 чайную ложку паприку. Кто любит острое, добавляйте еще острый перец. Все, отправляем сюда уже квашеную капусту. Друзья, смотрите, если квашеная капуста будет кислая, промывайте холодной водой. У меня не кислая, недавно готовила, очень вкусная, поэтому я не промывала. А если будет кислая, промывайте холодной водой. Все это вместе будем обжаривать буквально 2-3 минуты. Картошка и булгур уже полуготовые, друзья, я проверила. Добавляю копченые ребрышки. Здесь у меня свиней, друзья. Можно взять любое мясо. Перемешиваю, закрываю крышку, пусть варится, чтобы бульон был копченым ароматом. Вот посмотрите, какие куски хорошие. Суп получается прям вкуснятина. Закрываем крышку, пусть варится на медленном огне. Здесь у меня скоро будет готова и зажарка. После того, когда я добавила мясо, варила еще 10 минут. Пора добавлять зажарку. Все это хорошо перемешиваем. Сейчас буду пробовать бульон. Буду добавлять соль. Но сначала я добавляю зажарку, перемешиваю. А потом пробую. Да, надо добавлять. Соль добавляйте по вкусу. Буду добавлять вот неполную чайную ложку. Хорошо перемешала. Закрываю крышку. Буду варить на маленьком огне еще 10 минут. Прошло еще 10 минут, друзья.
после того, когда я добавила зажарку. В самом конце добавляем свежий зелень. Здесь у меня укроп и лук свежий. Можно замороженный. И выключаем плиту. Суп получается очень ароматный, друзья. Не суп, а просто сказка. Главное, что готовится очень быстро. Быстро, да. Все, друзья, посмотрите. Вкуснятина невероятно. Закрываю крышку, пускай простоит 5-10 минут, а потом будем пробовать. Уже не терпится пробовать. Ну что, пробуем? Давай пробовать. Вкуснятина, друзья. Это просто обедение. Очень вкусно. Аромат копчености. Кислинка от этой квашеной капусты, друзья. Это просто передать невозможно словами. Очень вкусно, друзья. Попробуйте обязательно. У меня на канале очень много вкусных рецептов супов. Я готовила и с мясом, и без мяса. Каждый найдет себе по вкусу. Кому интересно, у меня целый плейлист, я ссылочку ставлю под видео. Шикарный суп, просто шикарный. Для гурманов копчености это просто обалдеть. Я поделилась с вами, а вы поделитесь со своими друзьями. Вместе с ними готовьте. Спасибо за лайки, за подписки и добрые комментарии. Всем пока-пока. До свидания, друзья. Будьте здоровы. До новых вкусных роликов.